Здравствуйте, мои маленькие друзья, мальчики и девочки! Сегодня я вам прочту новую сказочную историю, а сказка, которую мы будем сегодня читать с вами, называется «Рыбак из Чефалу». Однажды рыбак из Чефалу, выбивая сеть, обнаружил, что она тяжелая-притяжелая. Он думал уже, что вытащил не весь что, а вытянув сеть, увидел, что поймал всего-навсего крохотную с мизинец рыбешку. Тогда он разозлился и хотел было бросить ее обратно в море, как вдруг услышал тонюсенький голосок. «Ой, не сжимай меня так сильно!» Рыбак оглянулся по сторонам, но никого не увидел, ни вблизи, ни вдали. И уже снова хотел бросить рыбку, как вдруг опять тот же тонюсенький голосочек проговорил. «Не бросай меня в море, не бросай!» Тогда рыбак понял, кто с ним разговаривает. Он разжал кулак и увидел на ладони вместо рыбки крохотного малюсенького мальчика. Он был весь маленький, но совсем как настоящий. У него были всамделишные ручки, ножки, головка. Все как полагается, только на спине у него росли два плавничка, как у рыбки. «Ты кто такой?» – спросил рыбак. «Я мальчик, рожденный морем», – услышал рыбак в ответ. «А что тебе от меня надо?» «Оставь меня у себя, я принесу тебе счастье!» Рыбак вздохнул. «Боже, только этого счастья мне не доставало! Ведь у меня своих детей хоть отбавляй, не знаю, как же мне их прокормить-то!» «Поживем, увидим!» – загадочно произнес мальчик, рожденный морем. Рыбак отнес мальчика домой, велел шить ему малюсенькую рубашонку, чтобы спрятать плавнички, и положил спать в люльку к своему младшему сыночку. Мальчик и половины подушки не занял, но зато ел он безумно много. Столько не съедали его все дети за один раз, а их было 7 человек, и один голоднее другого. «Нечего сказать, повезло мне», – вздохнул рыбак. Однажды утром поехал рыбак ловить рыбку, а мальчик, рожденный морем, упросил взять его с собой. Они вышли в открытое море, и мальчик сказал: «Греби прямо, пока не скажу тебе!» Рыбак послушался мальчика. «А теперь стой, забрось сеть вот туда!» Рыбак снова послушался, а когда выбросил сеть из воды, она оказалась тяжелой, как никогда. В ней была первосортная огромная рыба. Мальчик захлопал в ладоши. «Что я говорил? Я-то знаю, где рыба-то водится!» Очень скоро рыбак забогател. Купил себе вторую лодку, третью, а потом еще много-много лодок, и все они ходили в море. Забрасывали сети и привозили ему отличный улов. Рыбак выручил от продажи так много денег, что пришлось отправить одного сына учиться на бухгалтера, чтобы тот смог посчитать всю выручку рыбака. Однако, став богачом, рыбак забыл, как же ему жилось, когда он был бедным. Он не щадил своих моряков, заставлял их много работать, а платил им очень-очень мало. И если они возмущались, выгонял их прямо с работы. «Чем же мы будем детей кормить?» – спрашивали они. «Пусть погрызут камушки», – отвечал он. «Увидите, их желудки отлично справятся с ними». Мальчик, рожденный морем, все это видел и слышал. И однажды вечером сказал рыбаку: «Смотри, будь осторожней, а то снова ни с чем-то ты не останешься». Но рыбак только посмеялся и не обратил внимания на его слова. Больше того, он взял мальчика, засунул его в большую раковину и выбросил прямо в открытое море. И кто знает, сколько еще пройдет времени, прежде чем этот мальчик сможет выбраться из своего плена. И тогда, а вы, ребята, что бы тогда сделали? Ну что, мои маленькие друзья, надеюсь, эта история вам понравилась. Ну а если так, тогда садитесь поудобнее, будем смотреть мультфильм. Ну а я с вами прощаюсь до завтра. Всего доброго, до свидания.